6 мая 2022 года, Владимир Дмитриевский собор. Уникальный памятник белокаменного зодчества Владимира Суздальской Руси. Действительно уникальный. Там вот у нас находится Владимирский собор. Я ошибся, не Владимирский, а Успенский собор. А это у нас Дмитриевский собор. Ну и где-то там вот речка Клязьма. Отсюда она не очень видна. Там вот еще какая-то церковь. 6 мая 2022 года. Владимир.